have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, у нас 7:25 утра, блин, как быстро, и нам каким-то образом нужно бы осмотреть квартиру музыкантов, как нам это сделать. Ну, смотрите, он спит. Я не помню, что мне говорили про взлом. Если я вломлюсь в квартиру, это их разбудит. Или если я буду громко ходить по квартире, это их разбудит. Потому что один раз я вон уже пробовал вломиться в квартиру. О, привет, чувак. А у тебя я установил? Да, у тебя я установил камеры. Камеры мне бы надо бы... Так. Он не выходит. Выходит только она. То, что он читает, это я знаю. Чем он еще таким занимается? Давайте я попробую просто сейчас... У меня нету срочных заданий, у меня вроде ничего не горит. Давайте мы немножко за ним понаблюдаем. Он читает газеты, он что-то еще. Надо попробовать найти окошко, когда же... Когда же к нему можно войти? Арестовать его не получится. Он правительственный шпион или что-то в этом роде. Может, поговорить с ним об этом? Давайте, в самом деле. Чё это я? Дружище, так. Кто вы вообще по профессии? Вот. Я смотрю, вы из дома почти не выходите. Да? Точно! Пожалуй. А что? Чем же целым днем занимаетесь? Я музыкант, гитарист, много репетирую. Тебе какое дело? Вам придется покинуть квартиру. Прошу прощения, вам придется покинуть квартиру. С чего вдруг? Нашествие насекомых. У нас нашествие насекомых. Мне нужно провести обработку инсектицидом. Особенно с в вашей квартире. Вы же не хотите, чтобы у вас в гитаре поселились вредители. Почему тогда я ни одного не видел? Не верь ни одному твоему слову. И уж точно не собираюсь никуда уходить. Вот покидать мне... вот покажи мне хоть одну букашку. Говорю же, никаких тут вредителей нет. Я тебя насквозь вижу, Шварц. Найти на улице противных насекомых. Это мы можем. Но сначала... Сначала мы сделаем вот что. Она ушла. Я быстренько поставлю камеры. Мы вроде как у нее... Уже тут все обыскивали, у нас есть на нее компромат и все дела, но я бы на всякий случай поставил бы камеру. Блин, мелкая вернулась. Первую квартиру надо было тоже поставить камеру, но я занимался. Ага. Так, поговорить с Ким. Я обязательно с ней поговорю, но сначала. Что у меня из запрещенного? Из запрещенного у меня только мешочек наркоты. Та ёппарасете. Вниз сюда. Найти на улице. Улица у нас тут. Давай искать. У нас тут есть где-то кусты, которые можно обыскать. Гигантские тараканы. Идите сюда, ребят. Так, показать Вольфу нашествие тараканов. Супер. Так, а мне тут случайно ничего не прикипело сделать? Так, этот еще на зеленом находится. Супер, поехали. А он на третьем этаже. Что-то... Да, хорош, беги сюда. Итак, тук-тук-тук. Дружище, смотри, каких тараканов.
Добрый день. Тайком выпустить тараканов. Насчет вредителей. Боюсь, я все же вынужден... Ну, посмотреть сами, они же повсюду. Черт, Шварц, похоже, ты прав, мерзость какая. Раз уж они так расплодились, надо срочно проводить обработку инсектицидом. Средство очень ядовитое, вдыхать его опасно, особенно в первые часы. Я понимаю ваше беспокойство, но правило есть правило. Если этого не сделать, если не сделаю я, министерство пришлет дезинсекторов, а эти ребята с мебели церемониться не будут. Вам же дороже выйдет. Ну ладно, пойду скажу Ульрике. Но смотри, если я потом чего не досчитаюсь. Так. Так, во-первых, камеры. Во-первых, камеры, а во-вторых, уже все остальное, потому что ну, мне будет спокойнее, когда я буду точно здесь уже за всем наблюдать. Я так понимаю, что я в относительной безопасности и могу немножечко тут пошарить. F. У него алкоголь в духовке. Ну такое. Да не то. Так, F. To pay respect. У него же вон символика на стене. Ничего, нормально? Новая улика. Я же про это и говорю. Флаг сопротивления. Футболка у него тут какая-то. Так. Главное, я понимаю, что флаг и это камеры я тоже раскинул. Быстренько тут сейчас обшаримся. Мне бы камеры получше какие-нибудь найти, кстати. Потому что у меня пока что только камеры первого уровня. Тут я обыскивал. Ну, ладно. Черт с тобой. Валим отсюда. Хорошо. Рассказать Булхаузеру про флаг. Так, минуточку. Оно все работает? Работает. Тук-тук. Булхаузер. Слушаем, слушаем. Фрэнк, как хорошо ты зашел. Я тут нашел флаг. Смотри, что нашел в квартире у тех двух музыкантов. О, нет, что это? Это флаг сопротивления из квартиры Вольфа Хенкера и Ульрики Вейнерс. Почему у них разные фамилии? Ну ладно, упустим это. Это ужасно. Это молодежь не ведает, что творит. Так открыто критиковать нашу державу, великого вождя. Боюсь, тебе придется сообщить об этом в полицию. Боюсь, что да. Думаю, это вещь Вольфа. Вряд ли Ульрика в курсе. Она выглядит безобидной. Видимо, просто оказалась не в то время, не в том месте. Боже, может, это и к лучшему. Хорошо, что ты флаг не забрал, то полиция бы не нашла доказательств. Ты обязан сообщить об этом. Это не только твой долг как управляющий, так будет лучше для них самих. Наказание, конечно, не избежать, но это правильно. Только вот Вольф осознает... Только так Вольф осознает свои ошибки. И может быть, если его накажут, они оба оценят, насколько хорошо жить в согласии с законом. Нет, погоди. Блин, как же неудобно, что я не могу... Беги. Что я не могу тыкнуть мышкой и просто оказаться на первом этаже. Так, F. Хотел пройти прогуляться. В чем дело? Обработка закончена. В общем, вы с соседкой можете возвращаться в квартиру. Наконец-то. Почему так долго? Ульрика говорит, ты стукач и выставил нас, чтобы обшарить квартиру. Вранье. Ты, между прочим, сам под правительственной защитой, да? Ну, госпожи Вентер, своеобразные взгляды. И то верно, ее послушать так любой мещанин-доносчик. Но вообще интуиция редко подводит. Обработка заняла подозрительно много времени. Нужно было подождать, пока газ рассосется. Средство токсичное, при выдыхании очень вредит связкам, а вы же поете. Шварц, мы оба знаем, что ты там задумал. Мой неотравленный ядовитым парами мозг не верит ни единому твоему слову. Вопрос только в том, как повернуть это себе на пользу. Я
До свидания. Спасибо за многообещающую дезинсекцию. Пожалуйста. Блин, я же как бы сообщал уже. Вот в чем... О, погодите, чернорыночник пришел. Сначала к нему схожу. Блин, день быстро прошел. Так. Что продаем? Мы продаем камеры первого уровня. Как мне заапгрейдить, блин, камеры? Оружие запрещено. Это иностранная соль. Газировка. Гербицид. Я могу, кстати, тортик продать, но зачем? Он мне еще пригодится, наверное. Ладно. Вроде пока ничего не могу сделать. Давайте я быстренько гляну, не нужно ли тут чего. Чувак, он выбрасывает мусор. Получена информация, жалуется. Тяжело бутылки выкидывать, да, пьянчуга? Мы можем, кстати, тоже... Давай-ка мы с тобой сначала поговорим. Я тут собиралась почилить, а что-то срочное. Наркотики, не ври мне. Ким, прошу, скажи мне правду. Дэдди, я не наркоманка. Я волнуюсь за тебя. Ким, наркотики это не шутка, я волнуюсь за тебя. Дэдди, мне пора. А потом поговорим, ладно? И не ждите меня, ложитесь спать, я вернусь поздно. Задача завершена. Так, мне пришел счет за вывоз мусора. На. Подавитесь. Хорошо. Пойдем сдадим этого чувака. Я, в принципе, не против. Можно бы еще, наверное, сдать информацию на... так. Нет, не донос. Досье. На вот, вот этого перца. То, что он жалуется. Получить за это 150, почему бы нет? Теперь... вот... Нет, 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 это донос. За вот это. О, погоди. Не-не-не-не. Да. Так какой донос, блин? Досье на тебя. Сначала сообщу о вот этом. Во-первых, 300 бабла на дороге не валяются. Теперь донос на тебя за вот это. Флаг сопротивления. Это какая у нас... по какой формулировке? Блин. Мне просто, может, в полицию позвонить? А, нет. Директива 6001. Любая форма поддержки сопротивления. Да-да-да-да-да. 6001. Отправить. Под защитой министерства, вот, видите? То есть мне сейчас придет еще один штраф. Дождаться вмешательства полиции? Вон, к нему приехали. А, они арестуют девушку. Они арестуют девушку. Потому что чувак находится под под защитой. Мне сейчас позвонит по поводу того, что я на него настучал. Еще и штраф получил за это. Ах, твари. Снять трубку. Я практически уверен, что это по его... по его душу, ну, из-за того, что я с ним... Фрэнк Шварц, у аппарата. Шварц, наконец-то. Послушай, Шварц, насчет информации, которую ты прислал. Той информации, что ты собрала коллеги. Об этом Булхаузере. Булхаузер хочет посидеть хипаря, а получается, что подсиживает самого Булхаузера. Ну, как бы да. Того, что ты прислал, недостаточно. В каком смысле недостаточно? Я сделал все, что мог. Обыскал квартиру, установил камеры. Снова твои отговорочки, Шварц. Мне нужно что-то весомое, чтобы прихлопнуть Булхаузера. Тебе ясно? Прихлопнуть? Вальтер, в смысле, Булхаузер законопослушный гражданин. Я же вам сразу сказал. Колпости, Шварц.
всех есть скелеты шкафа. Если ничего не найдешь, включи воображение. Чем вам, вам помешал Вальтер? Он порядочный человек. Ты не понимаешь, Шварц, на кону твоя карьера и будущее твоей семьи. Подумай о жене, дочери, сыне. Будет ужасно, если с одним из них что-то случится. Можно, чтобы с женой что-то случилось? Пожалуйста. Вы что, угрожаете моей семье? Я никому не угрожаю. Я просто указываю на возможности и риски нашего сотрудничества. Вот и все. Сделаешь хорошо, будет тебе хорошо. Сделаешь плохо, все будет не очень. Откажешься, будет плохо и тебе, и твоей семье. Я понимаю. Уж надеюсь, Шварц, ради тебя и твоей семьи. Что если я не найду улик? Твоя задача не найти улики против Балхазара, а сообщить о чем-либо достаточном для ареста. Тебе все ясно? Думаю, да. Тогда приступай. Дело не терпит лгательств. Ну, мне предлагают что-то подставить как-то его, да? Может брать предметы из чужих квартир, обыскивать предметы мебели, чтобы найти возможный предмет для кражи. Предмет, который содержит информацию или является незаконными помечены таким-то. Нажмите на маленький значок, чтобы сохранить информацию. Знаем. Ну, типа, у меня есть наркота дочки, которую я могу ему подкинуть, но... Блин, мне 119 часов на это дали. Отвратительно. Стоп, Булхаузер тут у нас живет. Ты тут, ты дома, дружище? Я хочу его спасти. Фрэнк, хорошо, что ты зашел. Я донес на Вольфа. И сообщил о флаге сопротивления. Полицейские уже все обыскали. Ну, замечательно, Фрэнки. Что же, Хинкера арестовали? Арестовали Ульрику Вайнерц, а Вольфа Хенкера нет. Ну как же так, ведь жаловался ты конкретно Хенкера. Это какая-то ошибка. То есть я не имею в виду, что это ошибка министерства. Министерство никогда не ошибается. Но может быть это еще не все. Продолжай следить за Вольфом Хенкером, Фрэнк. Мы докопались до правды, не спускай с него глаз. Ну понятно, что он... тварь она та еще, и мне не получится его арестовать. Мне нужно кого-то на него натравить. Дело срочное. Мне нужно поговорить, Вальтер. Но сначала понюхай. Чуешь, я готовлю мяско с хрустящей корочкой. Какой запах, а? Что-то случилось. Выглядишь тревожным. Бежать. Не до мяса сейчас, Вальтер. Тебе нужно бежать. Бежать? Спортом больше заниматься, в смысле? Нет, бежать из страны, иначе арестуют. За что вдруг? Я что, нарушил правила пожарной безопасности? Ты из-за мяса? Тот собирается тебе что-то подбросить, а тебя готовы избавиться любой ценой. Мне же хотят подбросить? Что-то незаконное? Тогда мне крышка, но зачем? Кто-то из министерства хочет от тебя избавиться, булка. Заговор против меня, но и мухи не обидел. Ну ладно, спасибо, Фрэнк. Если бы ты меня не предупредил. Не благодари, лучше беги и смотри, чтобы тебя не поймали. Счет за электричество. Все, он свалил, да. Забытый преступник. Задание провалено? А где могу... Так, счет, нате, подавитесь. Жильцы. Кстати, сдать я никому пока что не могу. Где мои задания? Та-та-та-та-та-та-та. Трудности коммуникации. Поговорить с кем? Поговорить с Сабиной. Это насчет... Следствие ошибки неизвестны. Я продал пенициллин от Магнуса. Теперь он ждет своей доли выручки. Особый товар. Трудности коммуникации. А что еще было провалено? Погодите, забытый преступник. Это типа теоретическое дальнейшее задание. Ладно. Два явно проваленных, есть еще теоретически проваленные. Хорошо. А, я могу вот так переключать, но так нифига не понятно. Да, да хорош.
управлением... Нет, в принципе, глобально жаловаться не на что. Но могло быть немножечко получше. Так, кто дома? Никого. Нет, мелкая дома. Здравствуйте, дядя Шварц. Как Альфред себя чувствует? Спасибо, что помогли Альфреду, господин Шварц. Ясно. А вот она уже и возвращается. Фиге, с кем поговорю? Хорошо, позвоните Мюллеру. Мюллер вообще будет ни разу не в восторге. Спасибо. Получение денег в кустике. Я кого-то шантажировал, но я не помню, это то ли не удалось, то ли что-то такое. Тут бах, и деньги. Хорошо, приятно. Ничего не хотите мне прислать? А, погодите, моя зона ответственности. Чертов бак сейчас рванет нафиг. Не ты. Вот ты. И тут уже на красном уровне. Черт, нельзя про это забывать. Фух. Тараканы. Ну, выбросить. Черт с ними. Я не знаю, где еще могли бы понадобиться мне тараканы, поэтому... Ладно. Когда они нужны были, мне их просто дали, поэтому черт с ним. Поговорим сейчас... Да, набрать номер Мюллера. Алло, кто это? Это я, от Вальтера Булхаузера я избавился. А, наконец-то, молодец, Шварц, как прошло? Навел на него страху. Я запугал его, он сбежал. Я бы предпочел арест, но ладно, главное, чтобы он больше не будет мешать. Великий вождь к тебе благосклонен. С этого момента, помимо обязанностей управляющего, также сможешь служить великому вождю в министерстве. То есть меня вернут на старую должность? Нет, конечно, я предоставляю тебе кабинет в министерстве. И мне нужно будет в главный отдел? А, я с утра проснусь снова молодым. Нет, ты будешь работать в отделе внутренней безопасности, секция ЛВ-426. Кабинет на первом этаже рядом со складом, и окон в нем нет, так что никаких сквозняков. Но мой прошлый кабинет был на третьем этаже, с видом на старый город. Тогда я просто отдам этот кабинет кому-то другому. Нет, я согласен. Ну вот, выходи поскорее, тебя ждет работа. А еще кто-то хотел с тобой познакомиться. Познакомиться со мной? Кто? Зачем? Всему свое время. И еще, Шварц. Кеток. Да? Добро пожаловать назад. Кто знает, может, тебе еще удастся подняться обратно. Постарайся на этот раз не облажаться. Не забудь свой новенький пропуск. Мы его оформили специально для тебя. Ханту. Ну, где мне взять? Он уже у тебя. Министерство до всего доходит руки. Даже до твоих комнатных растений. А теперь соберись. Ну, то есть здесь. Я так понимаю. Угу. Метро. На метро вы можете добраться от своего дома до министерства и обратно. Чтобы ездить на метро, вам нужен билет, который выдал Эрнст Мюллер. Воспользуйтесь панелью поездок для вызова метро. Встретиться с начальницей. Переехать в министерство. Фига себе, новая директива. Что, блин? Разрыв связи, задача завершена. Разрыв шаблонов, блин. Новый счет. Так. Минуточку, дети здесь. Мамаша дома, что ли? Да, чтоб ее. Да, закончите разговор, до свидания. А сдать квартиру я никому сейчас не могу. Отремонтировать, конечно. Сдать пока никому не могу. Хорошо. Знаете что? В какой он квартире живет? Во второй? Здрасте. Принимать таблеточки. Мне бы так, чтобы ты свалил отсюда, дядька.
Приехали в Министерство метро встретиться с начальником. Это, по крайней мере, у нас бессрочное. То есть мы не будем спешить. Камера надо у тебя повесить, дружище. Сколько ты там уже этих таблеток жрешь? Смотрит телек. Но это каждая такая информация плюс 150 баксов, так что мне не в лом посмотреть. Хотя, опять же, камеры были бы лучше. Видите, так я вижу всю комнату, а так я вижу только кусочек, поэтому... Ладно. А вот это интересно, моя дочь пошла в гости к балерине. То есть ее подружку из четвертой увезли? Господи, Шарс, какой сюрприз. А фиг ли моя дочь там делает? Погоди. О! Чувак свалил. Он пошел за этим, да? Так, быстренько ставим камеры. Я не помню, обыскивать я его обыскивал. Так, начнем отсюда, потому что здесь ближе к двери. Да, я его уже обыскивал всего. Минуточку, минуточку, минуточку. Вот это что? Ладно. Тут мы камеру, значит, тоже влепили. В первой квартире будет сложно поставить камеру, потому что там и двое детей, и все. А, не в ту сторону. Что в этой тумбочке может быть, кстати? А, флаги, точно. Так, если мне нужно идти на работу, я так понимаю, что, возможно, меня там обыщут. Поэтому я бы, например, вот такую штуку выложил бы пока что. Я надеюсь, ее там никто не сопрет. Чувак выкидывает мусор. В принципе, да, у меня только за первой квартирой не установлено наблюдение. Он вышел из дома, видели? Я не знаю, что ему надо, но он вышел из квартиры, а это большая редкость, причем ночью, если вы заметили. Давайте еще раз обыщем, но на этот раз я думаю, что мы можем что-то спереть, если мы найдем что-то незаконное. Вроде как расположение вещей не поменялось. Свитер, кофта, кофта, свитер. Нет! Он еще не идет? Не идет. Ладно, пофиг, валим. Тут вряд ли что-то будет. Очень печально. А, не в ту же сторону. Так, ладно. Думаю, мы можем сейчас пойти... Курит? Чего? Подозрительно слоняется вокруг. А что ты еще делаешь, дружище? Мне вдруг стало интересно. Давай ты не будешь шариться по этому кусту. Я там кое-что запрятал. Тебе это не надо. Вольф Хенкер. С ним явно что-то не так.
факс, вали. Прикиньте, сейчас там не будет. Нет, трава на месте, нормально. Давайте сдадим инфу, получим немножечко денежки за это. Так, значит, досье. На тебя мы можем докинуть вот это отправить. Опять же, досье на тебя мы можем вот это и вот это отправить. Хорошо. Немножечко обогатились. Оу. Тебе... Да, выпустите меня. Тебе что-то надо? Нет. F. Фрэнк, нам нужно выяснить, кто дал Ким наркоту. Под нами ты имеешь в виду меня, так? Сейчас не время для шуток. Управляющий тут ты, и так, я и так перерабатываю. У меня есть подозрение о том, что это, кто это мог быть. Знаю, ты, скорее всего, снова мне не поверишь, хотя, ну хотя бы выслушай. Я видела, как Ким разговаривает с этой юной фигуристкой. Она вообще-то получила наркоту, по-моему, еще до того, как фигуристка сюда въехала. Это Файнбайн сильно подвела великого вождя и величайший союз на прошлых соревнованиях. А мне она показалась приятной девушкой. Разуй глаза, Фрэнк, она уже тобой вертит, как хочет. Профессиональные спортсмены все на чем-то сидят. У нее наверняка есть способы достать наркотики. Она сидит на сахаре, у нее шоколад и яблоки, не переживай. Когда я подошла к ним вчера, Файнбайн стала вести себя странно. Как будто хотел что-то скрыть. Ты обязан выяснить, не давала ли эта персона Ким наркотики. И прошу, больше не лги мне, Фрэнк. Я разберусь, Сабина. Если Файнбайн имеет какое-то отношение к наркотикам, я это выясню. А, дурное влияние. Ты дома, не дома? Дома. Вот как минимум из-за этого камера — это очень удобная штука. Тык-тык. О, господин Шварц, какой сюрприз. Как вы относитесь к наркотикам? У меня к вам вопрос, госпожа Файнбайн. Господин Шварц, что случилось? Вы такой мрачный. Вот как. Мне, кстати, нужно обсудить с вами серьезный вопрос. Я знаю, что спортсмены часто оказываются под большим давлением. Особенно в таких случаях, как у вас, когда стремятся отыграться за свой провал. Так что я могу понять необходимость принимать определенные вещества, чтобы оставаться в форме. На что вы намекаете, господин Шварц? Вы давали Ким наркотики? Я? Ким наркотики? Господин Шварц, чего такие обвинения? Я, пожалуй, единственная спортсменка в нашей прекрасной стране, которая не принимает допинг. Как вам только в голову такое пришло? Я подумал... Я нашел в вещах дочери наркотики. Ой, блин, зачем ты это сказал? Она же все расскажет. Вот зачем? Ким много времени проводит в вашей компании. Поэтому решили, что это я их продала? Да. А слушайте, господин Шварц, моя коллега тоже спортсменка, умерла от инсульта из-за передозировки амфетаминов. Она была мне очень дорога. И вашу дочь Ким я тоже... Очень ценю. То, что дочь по девочкам, ну, как бы понимает. Нет, возможно, это просто интересы общие, ну, тут очень сомнительно. Я сама советовала ей бросить травку. Я бы никогда, слышите, не стала принимать наркотики сама или предлагать другим. Особенно вашей дочери. А теперь оставьте меня. Выяснить. Танцует. Ну, в общем, понаблюдать за ней предлагаю, да? Стоять вот так вот, согнувшись. Блин, мне нужна камера улучшенного уровня. Сделаем вот так. Так будет немножко поприятнее наблюдать за вещами. Поехать на метро. Я не знаю, хочу ли я прям... Сломя голову, нестись туда, ехать на метро. Черт, мне бы вот сюда еще камеру запихать. В первую квартиру. Было прям неплохо.
Ну, в крайнем случае, я могу ее просто посадить, но мне сейчас не это важно. Мне сейчас важно, если с этого квеста я могу что-то получить и узнать, в принципе, правду. Мне так немножечко подгорает от того, какой лопух наш главный герой такой. Жена такая, не ври мне. О, ладно, я тебе соврал. Это такой, я тут нашел у дочки наркотики. Вообще, ты разговариваешь с подругой, дочерью, она спокойно может слить эту информацию. Зачем так поступать? Вот, не знаю. Ты же, ну, блин, ты же государственный служащий, все дела. Так, ну, короче, ты уходишь. До свидания. Я пойду еще раз обыщу, на всякий случай. Кстати, можно будет или шоколадку, или яблочко отжать, потому что столько запрещенки тебе не надо. Шоколадка, если что, у нас прямо на входе лежит. Будильник. Вряд ли я найду здесь наркотики, давайте так. Потому что я это все уже обыскивал, я не знаю, насколько это актуально. Да не то, вот это. Да, медаль за второе место. Кстати, которую можно, наверное, украсть и продать, мне кажется. А, как вам такая идея? Ну, я думаю, что если очень много красть, то все-таки кто-то хватится. Тут вроде ничего нету. Опа. Письмо. К Ким. Письмо. Я это заберу. Здравствуйте. Вам это не надо. Кастрюля. Минуточку. А яблоко? Оно уже исчезло? Погодите, что за письмо? Письмо Федерики Ким. В нем она поздравляет ее с тем, что та бросила наркотики. И признается ей в любви. Я был не то чтобы недалек от истины, я был прав. Дурное явление, рассказать Сабине новости. Переходит в министерство. Ну, почему Сабине? Я не хочу всем делиться с Сабиной. Куда мне тут деть? Блин. Ай, она меня бесит. Так. Кстати, Ким. Да, ломата. Кто дал тебе наркотики? Нам нужно поговорить. О чем? Хочешь сделать мне выговор, как мать? Да. А, Ким, не ерничай. Наркотики — это не шутка. Я волнуюсь за тебя. Мне жаль, Дэдди. Но все то дерьмо, что происходит в последнее время, бесконечные сомнения. У меня же ощущение, что я живу в чужую жизнь. Я знаю, что тебе сейчас непросто. Я сам в этом виноват. Поверь мне, делай все, чтобы стало лучше. Но я не могу не спросить, Ким. Наркотики тебе дала Фредерика Файнбейн, фигуристка? Рика? Нет, па, ты что? Рика и пальцем бы не прикоснулась к наркоте. Она ярая противница. Но мы это уже выяснили. То есть ты мне не скажешь, откуда у тебя наркотики? Ну что ж, придется выяснять самостоятельно. Оставь Фредерику в покое, она клевая. Я никогда бы такого не сделала. Ты мне вряд ли поверишь. Я точно знаю, что Фредерика у нас сейчас поедет по этапу за понятные вещи. Вы курите тут, стоите вместе? Добрый день. Насчет того письма. У вас найдется минутка поговорить? Ну хорошо, господин Шварц, в чем дело? Мне неловко снова задавать вам странный вопрос, но другого выхода нет. Я нашел письмо, подписанное вашим именем. Полагаю, вы так не отправили. Откуда вы знаете, что в моих письмах? Вы что, шарились у меня в квартире? Вы что, стукач? Госпожа Файнбейн, из письма я понял, что вы влюблены в девушку. Так вы прочли мое письмо. Ким чудесный человек, я просто тону в ее глазах. Ким очень чутко и очень вас любит. Что, простите, вы написали моей дочери гомосексуальное любовное письмо? Как вы смеете втягивать мою дочь в эти ваши штучки? Не жаль, что у вас это вызывает такое отвращение. Если это вас успокоит, я не отправляла Ким свое письмо. Так и не смогла подобрать нужных слов. Господин Шварц, прошу, пожалуйста, не сообщайте обо мне в министерство.
Вы ведь как раз проходите по статье о нонконформизме. Знаю, великий вождь не одобряет подобное поведение, но я очень хочу победить на соревнованиях. Я так упорно тренировалась. И моя победа заслужит службу великому вождю. И стране будет чем гордиться. Ну, не знаю. Пожалуйста, подумайте об этом. Я обещаю, если не нанесете на меня, я съеду при первой же возможности. И Ким больше... И Ким меня больше... Вот, мне вот это нужно. Я подумаю. Мне нужно, чтобы ты свалила отсюда. Где наша супруга, так ее через так? Так, иди сюда, дай мне средства. Значит, раз, два, три, четыре. Опять возьму по два. Может, набор инструментов взять? Черт с ним, в принципе, у меня неплохо с деньгами. Давайте я, наверное, возьму, чтобы у меня был. А что мне по счетам? Вроде нету. Зачем за ним? О, там уже все три. Ну, почему оно... Почему оно меня не зумит обратно нормально? Почему у меня камера потом зависает в нигде? Так, выбросить к черту. Привет. Что ты хотел, Фрэнк? Насчет семейного бюджета. Давай сюда, скидывайся. Насчет наркотиков. Семейное солнце, у меня хорошие новости. Фредерика Фэмбе не давала Ким наркотики. Вот так. Странно. Разговор, за которым я застал этих твоих, показался мне очень странным. Словно я помешала чему-то незаконному. Да, ты помешала, поверь мне. Что ж ты к меня смотришь, Фрэнк? Ты чего, не договариваешь? Ты что-то не договариваешь? Да нет, ничего. Нет, дорогая, все будет хорошо. У тебя опять странное выражение лица. Ты всегда так корчишься, когда что-то скрываешь. Я ей не доверяю, что тут нечисто. У меня есть подозрение, если оно оправдается, нам всем придется плохо. Позаботься о том, чтобы она съехала, Фрэнк. Только поспеши, а то кто-нибудь другой о ней донесет. И тогда полиция станет задавать нам неприятные вопросы. В конце концов, ты же управляющий, на тебе ответственность. Избавиться от Фредерики. Но она же сказала, что при ближайшей возможности свалит отсюда. Давайте я попробую просто поговорить с ней. Может быть, она прямо сейчас свалит отсюда. Слышь, Арс, какой сюрприз. Я не сообщал вас в полицию. Господин Шварц, я с Ким ни словом не обмолвилась, как и обещала. Чего еще вам от меня надо? Я просто хотел сказать, что не стал сообщать о вас в полицию. Ну как, очень добрый. Но что заставило вас передумать? Кстати, да, арест повлияет не только на тебя. Я все равно могу тебя посадить за шоколад, если что. Так, ведь в отделе безопасности по-прежнему считают, что Ким поощряли ваше ухаживание. Немыслимо. Вот именно, что же касается вашего стиля жизни. Стиля жизни? Вы имеете в виду то, что я лесбиянка? Не так громко. Да, я об этом. Постарайтесь не привлекать к себе внимания, хорошо? Чем раскованнее ваше поведение, тем выше вероятность, что кто-то заявит вас в полицию. Лучше всего было бы вам съехать. Как я уже сказал, ваше присутствие ставит под угрозу других. Именно из-за таких, как вы, я вынужден скрываться. Вали отсюда, блин, я тебя могу посадить и за то, и за это. Так что давай. Нашла, блин, приставать к дочери управляющего. Вообще, что ли, безмозглая? И при этом вы хотите от меня понимания и сочувствия? Спасибо за совет, я подумаю. Я не хочу каждый раз говорить, блин, с Сабиной по поводу и без повода. Ёпарасотай, она меня достала. Чего хотел? Насчет Фредерики, насчет семейного бюджета.
Ну давай. Я вынудил Фредерику Файнбан съехать. Мне стал сообщать в полицию, у нас из-за этого не будет проблем. Она пообещала мне, что никому не расскажет о своих взаимоотношениях с нашей семьей. Ну, что это твоя вера в людей. Надеюсь, она хоть раз оправдается. В любом случае, она уехала. Это самое главное. Спасибо, Фрэнк. Она реально уехала? Или... А она никуда не уехала, она тут. Мне кажется, нужно ее отправить по шоколадной статье. Яблочки, уточки, лампочки, блин. Шоколад, кстати, дорогой. Гнилые остатки еды. Откуда у меня гнилые остатки еды? Зачем мне это? Письмо от Ким. Ну, для Ким, в смысле. Я вот думаю, что дороже будет, наркота или шоколад. Мне кажется, наркота будет дороже, но я про черный рынок, если что. Давайте мы... Добрый день, закончить разговор. Мне кажется, нужно сделать вот что. Давайте мы у нее изымем медальку. А, все, она все-таки съехала. Окей. Я думал ее арестовывать, потому что мне показалось, что она все еще там ходит, чем-то занимается. Но нет, она уехала. У нас уже половина квартир пустые выходит. Это мы не это. И никого нового мы пока селить не можем. Заплатить счет, нате, держите. Хорошо. Тогда предлагаю на этом сегодняшнюю серию заканчивать. Пройди, пожалуйста. Получается, еще от двоих людей мы сегодня избавились. Не знаю, вот эта штука с Валериной была немножечко сомнительная, но так уж и быть. Продолжим в следующей серии. Начнем, наверное, с того, что поедем в министерство на метро, и там уже будем разбираться. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.